Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Зубок, а что ты за пучок травы на урок принес? А, это мне енотыч дал. Говорит, раз у вас урок природоведения, пусть Александра Сергеевна расскажет вам про эти удивительные растения. А что в них удивительного? Трава как трава. Я тоже не понимаю. Ну, пахнет вкусно, правда? Вот, понюхайте. Ой, и правда, пахнет как конфетка. Добрый день, юные любители природы. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александра Сергеевна. А что это у тебя в лапке, Зубок? Не знаю. Ну, посмотрите. Посмотрю с удовольствием. Вот, это от енотыча. Он сказал эти травки на урок принести. Ну-ка. А, это же мята. Удивительное растение. Одна из ароматных трав. Спасибо, Зубок. Пожалуйста. Мята! Это точно! А что, таких душистых трав много? И все по-разному пахнут? Конечно! Я думала, что трава вообще пахнуть не может, только цветочки. Так чем же это самая мята удивительна? Тем, что пахнет, как конфетка. Это не мята пахнет, как конфета, а наоборот, конфета, как мята. Дело в том, что в некоторые леденцы добавляют особую ароматную выдержку из этой травы. А теперь давайте хорошо рассмотрим это растение, чтобы его запомнить и отличать от других трав. Посмотрим. Листья круглые. Не круглые, а немного вытянутые. Правильно, чуть-чуть продолговатые и заостренные, а по краям листа зубчики. Ученые называют такой край листа остропильчатым. Точно, как острые зубчики пилы. А в том месте, где листья прикрепляются к стеблю, растут маленькие новые листочки. Молодец, Веснушка, ты наблюдательная. Смотрим дальше. У мяты цветки маленькие, розово-фиолетовые. Ой, какие малюсенькие! Да, зато их много. А где мята растет? Мята чаще всего растет на полях и лугах, а еще по берегам рек, ручьев и других водоемов. Это очень полезная трава. Из нее делают приправы, напитки. А еще она очень полезна при многих болезнях. Ой, точно! Енотыч всегда пьет чай с мятой, если простудится. Здесь у нас, я вижу, не один вид мяты. Вот это мята перечная. Ее ни с чем не спутаешь. Смотрите, у нее стебель темно-фиолетовый. А почему ее называют перечной? Это от слова перец? Да, так ее назвали из-за слегка жгучего вкуса. Так, вот это, похоже, мята азиатская. У нее такие бархатистые листочки. Вот это мята луговая. А вот родственник мяты, трава под названием мелисса. Она тоже используется и в медицине, и в кулинарии, как приправа. Мелисса. Красивое название. С греческого языка оно переводится как пчелиный лист, потому что это любимое растение пчел. А мелисса тоже пахнет? Да, ее запах похож на запах мяты и немного на запах лимона. Лимона? Вот это да! Мелиссу иногда называют лимонной мятой. А листья у нее чуть-чуть другие. У мяты они у стебля прикреплены, а у этой мелиссы они на черешках. Ты, Веснушка, сегодня очень наблюдательная. А цветочки у мелиссы какие? Вот, посмотрите. Похожи на цветки мяты, но чуть другие. Ага, белые. Вообще они очень похожи, мята и мелисса. Конечно. Александра Сергеевна ведь сказала, они родственники. А вот еще один родственник мяты. Тимьян или чабрец. Но это не трава, а маленький полукустарник. А у него листики не такие, как у мелиссы или мяты. Точно. Маленькие такие. Вся веточка ими покрыта. А еще у мелиссы и мяты листья мягкие, а у тимьяна жесткие. А цветки у него маленькие, розовые. И их тоже очень любят пчелы. А тимьян как используют? Тоже как лекарство? Все
Все ароматные травы используются и как лекарство, и как приправа. Я, например, очень люблю добавлять тимьян в чай. Получается полезный и душистый напиток. Значит, все ароматные травы родственники мяты? Нет. Вот, например, трава, которая вам очень хорошо знакома, но которая не имеет к мяте никакого отношения. Это же петрушка! Простая петрушка тоже ароматная трава? Конечно. Она ведь пахнет и используется как приправа. Точно! Енотик всегда кладет ее в суп или в картошку. И салаты с ней вкусные получаются. Тот вид петрушки, который у Енотыча на огороде растет, называется петрушка кудрявая. Точно, кудрявая! Издалека листья, как будто кудри. Интересно, а я никогда не видел цветки петрушки. Она вообще-то цветет? Конечно, петрушка из семейства зонтичных, поэтому и цветет она зонтиком. Вот так. И правда, будто зонтик. Я знаю, укроп также цветет. Точно, укроп тоже из семейства зонтичные, но листики у него совсем другие. Да, и высотой он больше, чем петрушка. А укроп тоже ароматная трава, потому что пахнет вкусно и потому что приправа из нее вкусная получается. Правильно, молодцы. Существует еще множество видов вкусных и полезных ароматных трав, но их так много, что рассказывать о них очень долго. Надеюсь, вы запомнили те виды, которые я вам сегодня показала. Запомнили. Да, запомнили. А мне даже захотелось попробовать чай с мелиссой. Интересно, она правда пахнет лимоном? А мне чай с тимьяном. О, после урока пойдем к Енотычу. У него наверняка есть разные ароматные травы. Друзья, наш урок окончен. Спасибо вам, Александра Спасибо. Сергеевна. До свидания. Любите природу, изучайте ее, и вы узнаете много интересного.